Все, ребят, уточка у нас промариновалась, вот такая прелесть, да? Берем белую кочанную капусту, но по каким кускам, какие куски, такая капуста должна быть по размеру. Но у меня никакой не было, я вот взял большая, большие куски был на большую ложу, маленькие на маленькую. Предварительно смазываем ее маслом. Помазали маслицем, поперчили, я уже поперчил, посолил все вот эти вот специи, которые на мясо шли. Паприка, чесночок, немножко все посолили и будем укладывать мясо. Вот так вот, ребят, получается. Красота, ляпота. Все, это уложили. И потом, когда будем все накроем фолией большой, маленько попекем, примерно 40 минут. Но за 20 минут сделаем вот такие запеченные яблочки-куточки с грецким орехом и медом. Фольгу закрываем крышечкой, поставим. И будет тоже запекаться 20 минут примерно. Разогреваем духовку за 180 градусов и ждем результата. Удачи всем!